great atmosphere here. It will be interesting to see how they start the match. Ну что, здравствуйте, любители этого говнофутбола. PS 6, соответственно, с вами. И мы сейчас будем с вами смотреть матч Лиги Европы. Может быть, первый, а может быть и второй. Посмотрим вместе, не знаю, как мне хватит на это говно. Вот. Соответственно, мы будем смотреть сейчас значит, матч Растишишка, который играет за Манчестер Сити, против нового тренера Костигуна. Он же жирный ублюдок, он же свинья. Очень гнилой человек, на самом деле, я ему это говорил 100 раз в лицо, на самом деле, и поэтому я хотел посмотреть, что же все-таки будет в противостоянии, потому что Растишишка по сравнению с ним просто ангел. Эх, чай какой-то у меня просроченный. Но ничего, посмотрим. Дестро что-то крутится около штрафной, но Костиган будет задрачивать, скидывать на пустые, ему вообще насрано. Удар, и Харт вытаскивает. Такой вот момент уже возникает в начале первого тайма. Костигун чувствует себя уверенно. За Барсу он до хрена матчей выиграл. По-моему, вообще ни одного не проиграл. Не знаю, посмотрим, как получится. Ребят, ну, в принципе, тут смысл матча не имеет, так как голы на поле ничего не влияют. На вражеском, да? Навесик неплохой. Мунир, удар кривой. Подбор за игроками Милана. Тункарочка бежит. Но там все плотно. Дедрик Боята катает. Ракитич. Неплохо пас на Погба. Погба! Не стал он мотать вратаря. И Харт отбивает удар. Ну, Милан-то выглядит поактивнее в эти минуты. Жирный там, наверное, уже на 10-й пот сошел. Но лишь бы поиграть круто. Хаби также привет передаю. Надеюсь, там, ну, трансляция очень жестко лагает, и ее смотреть нереально. Вот так вот пролетели уже 10 минут. Чуть больше. Дестер у нас на фланге катает. Это хорошая тема. Идет длинный пас и в офсайде. В три нападающих играет Милан. По-моему, Манчестер Сити также. Луис Суарес, Агуэра нет. Маюка. Ой-ой-ой, какая-то борьба непонятная. Маюка под удар, можно бить, но там Тайво уже этот мяч перехватывает. Ракитич, ой, неплохой пас на Дениса. Дениска, кстати, в порядке, чувак, он очень ББшный. У него неплохой удар, достаточно хороший показатель атаки, но вот скоростные данные и ростовые у него не алё для центрального нападающего. Хотя, в принципе, центрального нападающего зачем нужна скорость? Он замыкает, замыкает, ну и молодец. Играл у меня в Аяксе полсезона. Так, ну что, Дестро. Тем более он, скорее всего, в конде. Какой-нибудь там красненький. И желтый. Тунка. Ракитич, навес. Отличный навес. Скидка в центр. Центр штрафной. Удар дальний, не точно. Но уже почти полтайма прошло. И пока 0-0. Без забитого мяча, что очень странно. Но уже Милан, надо сказать, приблизился, откровенно говоря, к этому вопросу, да. Вплотную. И тем самым Мунир. Но тут нет, не хватает ему скорости. Рвался он на объятке. Мяч выкидывает. На вездесущую Тункару. Какой пас проходит? Пас Ракитич. И будет штрафной. Это, кстати, очень опасно. Карточки нет. Кто будет исполнять? Я думаю, что какой-нибудь Ракитич будет исполнять. По-моему, у него со штрафной все в порядке. Да, он здесь будет бить. Удар! Харт забирает. Но в створ попал уже. Молодец, пристреливается. Ну, у Милана, конечно, преимущество в этом тайме откровенное. У Сити была единственная там атака. Маюка бежит. Бежит, бежит, и угловой. Надо было бить или что там подавать.
Так, ну что, Дестро у нас тут разыгрывает. Атака 4 в 5, где-то 4 в 4. Ну, такая затяжная. Дестро бежит по флангу. Намудрил. Ракитич. Пас на Дестро. Сейчас будет, скорее всего, первый гол. Ой-ой-ой. Какая же ошибка Костигана сейчас. Он не стал бить. Хотел он, наверное, пробежать. Маюка. Бежи. Пробежал на пустые ворота, удары, гол! Эль-Хаддади, Мунирка. На пустые скинул и забил гол. Ну, таких голов, голы тут сегодня будет. Татарин, он как ангел, только что там. Татарин, он как ангел, только на земле. Ну, такая себе штука. Ну что, таункарочка. Будет отвечать дрочи Костиган? Не знаю, посмотрим. Денис тут разворачивается. Разворот, поворот, Погба. Поль Погба, наверное, в это, этим летом уйдет в Рому. Это уже официальная информация. Инал, скорее всего, купит Погбу. Это будет 100%, если Костиган до конца сезона проживет полсизы в итоге. А он сыграл все равно меньше 50% этих матчей, так что ему дадут пососать в ротик медальку. Естественно, шоколадную. Вы о чем подумали? Так, ну чего тут у нас? Пока 1-0, Манчестер Сити выигрывает. Какой перехватывает? Гурентре. Тункарочка и там компании просто изи его оттесняет. Каларов играет с МФом. И пас длинный на Маюку. Заброс. Он проходит. Маюку забегает в штрафную. Разворачивается. Навешивает. Мунир! Перекладина! Ёлки-палки. Вот это было жестко. Эль-Хаддади там вообще разыгрался. Я смотрю. По идее, позиция была для удара от Суареса. Хотя он верхний этаж не шибко любит. Но если пасик отличный, то почему нет? Так. Нет, Агуэр играет у нас с МФ. Прошу прощения, что я его не заметил. Через него пас не был. Ни разу дан. Так, Агуэра, Агуэрыч. Маюка, Маюка! Обматывает вратаря, но тут уже подстраховывают его защитники. Объятие. Ой-ой-ой, тут ошибка уже. Агуэрыч. Пока 1-0, хотелось бы больше голов видеть с тех и с других сторон, хотелось бы красные карточки видеть, хотелось бы видеть бомбежку и так далее. Костигун это нас, но он же сам не проходил, правильно? Как пришел в команду, что бы это? Штрафной. Ракитич. Пасует на Погбяру. Погба вновь отнимает мяч. Мяч у Милана. Остается 2 минуты до конца. Добавлено и Харт. Здесь на выходе играет хорошо. Пас на того же Маюку. Маюка сейчас будет бежать. Нет, он играет с Агуэрычем. Агуэра дает пас на Маюку. Но тут уже Рами. Рами ему не дает. Рама, короче, Коля. Не давайте он тут разбежаться. Дестер набирает скорость. Денис дает пас на Дестера. Дестер ходит в штрафную, забегает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну тут вновь. Что это? Что это было? Лол. Ну, ничего страшного, что там было. В итоге вот так вот 1-0 в пользу Манчестер Сити после первого тайма. Сейчас будет хост Костигана. Посмотрим, что изменится. 4-1, 4-1, полностью равная статистика. В конце, да, выправился Манчестер Сити, мог забить и второй гол. Ну, Милан мне почему-то больше понравился, хоть и он и жирный, Костигун, но мне Милан больше понравился.
underway. Let's hope for another 45 minutes of entertaining football here. Both managers are starting the second half the way they ended the first. Halve. Threads it through the defence. That's picked up by the goalkeeper. Here's Joe Cole. Played through. And he fires it. Quite remarkable. They claimed an equaliser. That equaliser surely will have an impact, Trevor. Definitely, it's going to give him a real boost. And we can see things change from here on in. Slides a neat ball through. That will go behind for a goal kick. Thomas. Опа, я гол пропустил, что ли? Лол. Ну ничего страшного, 1-1 в итоге, да, у нас. Вот так вот Костиун на своем хосте сразу забивает. Это может дать ему какие-то преимущества. Пас на Суареса. Луи Суарес проигрывает тут борьбу. Фух, неплохо для первого матча. ЛЕ. Так, Костиган ходит туда-сюда. Дениска. Компании отнимает мяч, выбивает. Точно на Мунира. Мунир катит, ой, в борьбу. Костиган сейчас выглядит лучше по игре, сразу видно. Дрочит там что-то на фланге. Погба мог бы бить сам. Дестро. Дестро. Убежал. Клоун. Вместо Суареса Рамос выходит. Маюк убирает одного неплохо. Агуэрыч. Успокоились тут команды. Можно передохнуть чуть-чуть. Рамос. И защитничек отпасовывает карту. Остается до конца 30 минут этих игровых песовских. Погба тут перехватывает мяч. И он уходит за пределы поля. Ну, вот такие пока дела. Смотрим, что будет дальше. Ракитич. И тут Забалет с ним отлично играет. Получается выйти в атаку у Манчестер Сити в этом. О-ху-ху. Ну, Костиган все контролирует. Агуэрыч, неточный пас. Денис прорывается, удар, Харт берет и гол! Отбивал он этот мяч, но в итоге потом Дениска все-таки добил ворота. Денис. И счет становится 2-1 в пользу Милана. Вот так вот. Развивается у нас первый матч. Так, Мунир.
разворачивается. И мяч у Милана остается 20 минут до конца встречи. Получится еще забить голов? Мне вот лично интересно. Хотелось бы еще увидеть парочку плюшечек. И втиснуть в другие ворота, конечно же. Ух, ну что, Милан вновь атакует. Навес. 3-1. Это-то он карочку забивает. Вот это уже, я понимаю. Это уже задел перед домашним матчем. Следующим. Ну, понимаете, да, если тут считались бы голы на чужом поле, то я бы сказал, что Костиган уже процентов на, не знаю, на 70 уже вышел в следующий раунд Лиги Европы. Но хочу сказать то, что все-таки может Расти Шишка включится как-то. Плюс у него неплохая команда. Но судя по тому, как сейчас играет Костиган, он очень сильно катает. Удар. Ох, 4-1. Денис, очередной гол. Ну там вообще жесть. Погбяра бьет. Погбяра бьет, короче, отбивает Харт прямо перед собой. И Денис добивает, как-то криво было все. Ну, фу-фу-фу. Жесткая тема. Вот три мяча, это уже реально задел. Ох, Рамос не попадает в пустые. С разворота бьет. Костиган на своем хосте удается забить три мяча. И полностью контролирует свою игру. Вот так вот. Маюка уходит за боковую. Возможно, кстати, потому что лагает еще. Фиг знает. Ну, сами все видите, тут, конечно, уже начинается жесть. Костигун сейчас забей пятый мяч, но это вообще было бы уже издевательство. Маюка добежит ли, да? Хоть штрафную, скидывает на пустые, но не проходит мяч. И у Костигуна есть сейчас все шансы решить уже сейчас противостояние и получить в ответный ТП просто и забить болт, не играть второй матч. Кстати, так возможно можно сделать? Не знаю. По идее, да? Или вам сразу за два матча поставить ТП-шки? Фиг знает. Кстати, вот так вот, если первый матч выиграл, да? 5-1, например. Потом говоришь, ой, мне что-то впадло второй катать. Типа, и все. И 3-0 тебе ставит. И... Денис! Ну, Харт. Бедный Харт. Все вроде он делал, но там кого-то такие почти без вариантов. Мунирк. Ну, остается одна минута и Тункара. В офсайде у нас. Ну что, второй матч уже, наверное, будет не так интересен, да? Будет ли он вообще сейчас сыгран? Эзе. Ох. Не получается проатаковать Манчестер Сити. Первый матч закончился со счетом 4-1 в пользу Милана. И казалось бы, все шло более-менее по сценарию Манчестера Сити, но в итоге сравнялся Милан. Вот здесь вот забей 2-0 уже, ну фиг знает. И видим, как сразу Денис скидывает. Ой, какой корявый мяч-то залетел. Еле-еле.
Ну тут пошла, короче, жара. Такие, как такой рикошет. Сацуарес мяч отскочил. Тут 10 человек стоят, один просто, смотрите, один нападающий среди всех. Фернандо просто смотрит, как у команды расстреливают 4-1. Вот такой счет.